Когда джунгли в опасности... Игорь – самый коварный враг из всех, с кем мы сталкивались. На помощь зовут Мариса, тигра-пингвина. Наш сигнал! И дозор джунглей. Дозор джунглей! Спешит на помощь! Вот скажи мне, зачем они все разделились, если сразу там внизу собрались снова? Они прекрасно оснащены. Марис, это вообще-то прототип, еще не все работает. Механизм посадки, например. Увидимся внизу! О, ну вот и долетались. Они мастера рукопашного боя. Может, все-таки стоит ему помочь? Нет, у него все под контролем. Никто не помешает нам уничтожить джунгли! Шеф, а уничтожение джунглей — это не опасно? За наш дом стоит сражаться. В этом году. Разношерстная команда героев. Тебе не больно? Не больно. Это слишком опасно. Мам, ты опять за свое. Покажет всем. Тебе не больно? Не больно. Кто настоящий босс джунглей? Тебе не больно? Ты знаешь, что-то начало пощипывать. Дозор джунглей. Вы меня поражаете. Вы что, так и будете смотреть на них, ничего не делая? Может, еще попкорн принести? Ага, попкорн был бы здорово. Скоро в кино.